Центр исследования религиозных проблем Акимата Кустанайской области. Он у нас создан в 2014 году. На протяжении 10 уже лет осуществляет свою деятельность. Деятельность центра построена, значит, по трем ключевым направлениям. Это информационно-разъяснительная работа в сфере религии, контрпропагандистская работа в интернет-пространстве и реабилитационная работа с приверженцами деструктивных религиозных течений. Реализуется такой проект, как «Летучий отряд». Это детище центра. В чем смысл этого проекта? По принципу «равный равному», то есть сами же дети, задействованные в этом проекте, показывают своим сверстникам мини-сценки, как вербуют в деструктивные религиозные организации, какие, значит, необходимо принимать контрмеры. Это все ориентировано на именно подростков, на детей, на учащуюся молодежь. В Кустанайской области выявлено около 12 тысяч подписчиков, которые именно вот подписаны. Вся эта тысяча групп, она где-то в Кустанайской области. Это может быть сопредельное государство, это может быть на соседнем континенте даже эта группа создана. Очень часто, да, вот говорим о том, чтобы граждане перепроверяли информацию, на которую они, значит, наталкиваются в интернет-пространстве. Что касается несовершеннолетних, это, естественно, со стороны родителей необходим контроль, контроль и еще раз контроль за детьми.